Уважаемые пограничники, всем доброго дня. Сегодня в составе подразделения пограничного отделения Талгат Камалов, Айрат Латыпов, Роберт Хатмулин. Мы выполнили поставленную задачу. Мы высадили 10 кедров в память о павших пограничников и тех, кто большой вклад сделал. Здесь находятся деревья от афганцев нашей группы, от пограничников советских времен и молодого поколения. Как раз сейчас здесь собраны все три поколения, которые сегодня еще живы на этом свете. Наверное, когда-то мы уйдем обязательно с этой земли, но эти кедры еще долго будут стоять. Кедр живет до 800 лет, поэтому следующее поколение, возможно, это увидят, и память пронесется даже вот в этих воплощениях, этих замечательных деревьев. Благодарю всех, кто помог сегодня это сделать. Все будьте здоровы! Слава пограничным войскам!